Блять, я не могу. Лучший сайт по продаже монет на любую версию FIFA и любую платформу frisbee.com. Низкие цены, быстрая доставка и качественное обслуживание. Переходи по ссылке в описании и убедись сам. Блин, ну тут есть такое одно условие. Да нет, я не могу. Я когда соглашался на это, то, что был один спонсор, сказал: если выпадет Криштиану Роналду, то ты сейчас будешь квикать. Но это уже неожиданно не получилось, я не знаю. Я не могу это сделать, ребят, я не знаю. Вот когда я соглашался, вот, блин, 12, он стоит, получается, 10 тысяч рублей. Это самый трудный выбор. Уговор, Серег, говори, ребят, все-таки я отошел немножко. Все, да. Inform Quick Show для Лионеля Месси, я считаю, проигранным. Все! Все! Все, мать его! Все! Я квикнул Лионеля Месси, друзья! Я это сделал! Я квикнул Лионеля Месси! Я помада! Эх, друзья! Я его квикнул. Левый защитник улетел, и остается 4 выстрела. Так, окей. 4. Давай попробуем левого полузащитника. Да. Серьезно. Левого полузащитника. Тот, который слева находится. Который полузащищает. Который как Криштиану Роналду, только ЛП. Нет, я пока не рад, если ты меня можешь обманывать сейчас. Давай, ну да или нет? Повернись. Да! Да, я вот просто сейчас, я рад. В смысле, мне немного жаль тебя. Но вот. Спасибо. Знаешь, почему я подумал, я тебе открою секрет. Криштиану Роналду книжка, которая ко мне лежит, я его позицию сразу такой вспомнил. Все, да, ты меня оставишь. Можно? Офигеть. Можно я посмотрю еще? Ну, можно. О, классный момент. Ну, я вот сейчас покажу то, что у меня на себе в клубе. Давай я хоть как-то... А, не, я нормально сижу. Нормально сидишь. Итак, господа, крутите барабан. Первым игроком, которого ты квиксельнешь, будет ЦАП. И это мой окончательный ответ. Лол. И кто там? Ну кто там уже? Это Лам. Тоти Лам? Да. Да сука, ну что такое? Господи, ребят, вы... Ты бы здесь там же видел. Сука. Что я видел? Ты даже экран... Вот это попадание. Все, я его квиксейнул. Блядь. Так, вот это грязь. Так, отлично. Давай, короче, первый удар. Я же все подготовил. Правый полузащитник. Вот сразу правый полузащитник. Ну чё, кто у тебя там? А у меня экран в скайпе включен, чтобы ты видел, это, куда нажимать? Нет, ничего не включено. Я куда-то попал? Кого я убил? Борези. Ты серьезно? Ты с первой попытки, блядь. Ты угораешь? Самую жесткую карточку тебе выбил. Ой, блядь, чувак, вот это угарно. Вот это угарно. С первой попытки, пацаны. Тут, конечно, квиксел 110 тысяч, но он стоит... Найти квиксел, пацаны. Но он стоит... Мастер просто. 370 тысяч монет. Нихера я попал, чувак. Я вот, не знаю, вот прям чувствовал, что на правом полузащитнике у тебя кто-то есть. Твою мать. Как ты это сделал сейчас? Я тебе потом объясню, как я это сделал, чувак. Ну, потом объясню, как это сделал. О, боже. Ближе к концу выпуска. К Excel, короче. Давай, удачи тебе, Бореси. Удачи, пока. Все, нету больше тудроц после таких покадровых потерь. Поэтому я жму. Раз, два. Так, чуваки, вот я выбираю между вот этими двумя. Мне надо понять, вот он или, блядь, он? Он... Или он? Блять,
Ну ладно, он, похуй, все, смотрю. Нет, давай. Сколько он стоит? Чувак, я не буду его сейлить. Сколько он стоит? Блять, перед Weekend League. Это пол ляма. Давай. Ты ебанулся. Андреа. Давай. Андреа, капитан Иньеста. Попрощались? Блять, я не могу. Я не могу. Получишь 70 тысяч монет? Чуваки. 70 тысяч. Давай я лаву, дроп. Алабу и Буатенга. Нет, 70 тысяч монет. Я не могу нажать это. Это очень... Давай я нажму. Это очень много, 70 тысяч. Давай. Завершим с этими пуферами. Женёк, это общее решение. Надо покончить с этим проклятием. Ну ладно, хорош. Давай, Петюня. Опа! Давай-ка я у тебя убью вратаря. Ну, maybe, типа, это нестандартно, и, может быть, ты туда его поставил. У вас есть право поменять ваш выбор. Вы точно не хотите поменять ваш выбор. Я точно хочу услышать, что там аргентинец по ФАС рейтингу 93. Вот что я хочу услышать больше всего. Я все еще даю вам право поменять ваш выбор. Ну давай, ну хорош! Я жду! Прям вот Лео, я чувствую. Очень зря, Дим. Не, ну серьезно. Я мог, конечно, поставить Месси на позицию вратаря, но мне кажется, это слишком очевидно. Я думаю, позиция левого форварда куда выгоднее. Ты у меня уже двух выбил, давай. Ну, бля. Это Месси, чувак, да? Двое твоих не стоит столько, сколько стоит один этот. Шикарно. Понимаешь, минус как бы, Лео. Твой Будибусь, он непродаваемый был, а Магиди, но он стоит 15 тысяч. А Вагнер Лав стоит 30 тысяч. Лео Месси, пока. Шикарно. Второй раз в своей жизни кликаю Месси. У меня, кстати, благо пока ни разу не было. Лео Месси отправляется. Первый раз был арендованный FIFA 15. Ладно, раз ты начал с голкипера, я тоже начну с голкипера. Давай, хуй с тобой. Раз у тебя такой подход интересный. Вратарь. Ну, вратарь. Итальянец. Итальянец. Из Ювентуса. Ты меня наебал. Джанлуиджи Буффон. Серьезно? Да! Сука! Отлично, знаешь, просто, блядь, стреляем. Сука, сам как просто. Ты так обосрался, блядь? Я не думал, что так тоже возьмешь вратаря. Отличное начало, просто, блядь. Ну, Quixel, что еще делать? Я бы поставил Кавани на левого защитника. Давай, акул. Блядь. Что, я угадал? Блядь. У тебя Кавани на ЛЗ? Нет. Кто там у тебя? Тиаго Сильва. Вот это. Что за лагерь, а? Нет. Бинго! Так, акул уже банкрот почти. Боже, у меня один игрок остался. Один игрок остался, давай. Это просто изи. Кстати, Quixel 112 тысяч монет. Неплохой обмен, вы скажете? В принципе, да. Сейчас вы увидите, наверное, самую неудачную и изначально провальную сделку, которую можно было провести. В общем, меньше слов, больше дела. Роналдо, ты был мне близок. То есть давайте открою 5 паков. Три из которых квиксельных. Поехали. Первый квиксельный. Пошел. Открываю 5 паков. 3 квикселя, а 2... Так, открывается пак. Открылся пак. Там выпал бомж. Я его листаю. То есть, ну, до конца, чтобы видеть, что там одни бомжи. И я его квикселю. Человек квикселил. Я Неймара квикселил! О боже мой! О, Неймар 87, я квикселил! О боже мой, нет. Неймар 87, единственный хороший. Неймар 87.
Почему? Почему я этот, именно этот пак решил пикселить? А сколько он стоит? Мне самому интересно, сколько? Его даже на трансфере нет. Его даже на трансфере нет. Больше 700 монет. Тёма ему написал, больше 700 монет. Охренеть, вот я дурак, я просто дурак, ребята, да, вот так. Я квиксенул, ребята, квиксенул 1200 рублей, красавчик акул, да, молодец, 1200 рублей просто в никуда, да, доигрался с этой русской рулеткой, все, больше не буду в жизни эту русскую рулетку.